If this is your oath, please say, I do. I do. So help me God. So help me God. Congratulations. I made it. Как примерная девочка еще с вечера приготовила обувь, одежду и документы. А из документов у нас та самая заветная грин-карточка, которая целых 6 лет была моим главным документом в США. Одна из самых ужасных фотографий на документах. Просто кошмарище. Придется с ней проститься, чтобы получить взамен кое-что совсем другое. А время на минуточку. 5 часов 20 минут. Начало церемонии в 7. Не спрашивайте меня, зачем так рано. Сил нет, аппетита нет. Есть может одна Тильда. Я не могу есть так рано. Душ. Кто у нас принимает душ? Кошка принимает душ. Тильда, что ты там нашла? Когда тебя разбудили на час раньше, и выходить на час раньше, и вообще одни сплошные нервы и волнения, и еще обед, завтрак и переодевалки на целый день. Боже мой. Ну и денек. Good morning. Не спрашивайте меня, не знаю, для чего они сделали церемонию в 7 утра. Наверное, для того, чтобы перед тем, как уже стать гражданами этой прекрасной страны, насладиться всеми бенефитами и преимуществами, чтобы под конец так хорошенечко настрадались так и заценили вообще. Вот. Уже очень много народу. Хорошо, что мои друзья посоветовали мне приехать в 7:30. Потому что я собиралась приехать к 7. Ну, написано к 7, я бы приехала к 7, а тут уже и в 7:30 вообще уже просто. Сейчас будем паркинг искать. Будем искать паркинг. По неофициальным данным, каждый раз на такой церемонии принимают в гражданство сразу несколько тысяч человек. Ну, правильно, раз в месяц собрались, все дружненько пришли и вошли. Прямо прямиком большими шагами в гражданство. Разве плохо? Видите, все кто во что горазд. Кто в casual, кто в национальной одежде. Кто как Танечка сегодня в цветах национального флага. Пойду, пожалуй, и я займу очередь. And here is my little support group. Yeah. Тот самый момент, когда я вхожу с документами еще green card holder, выйду уже отсюда гражданином Соединенных Штатов Америки. Невероятное ощущение, и солнце встало. Вы знаете, одно из главных привилегий граждан – это возможность голосовать. И чтобы вы об этом не забыли, прямо здесь, на входе, об этом сообщается. Ну и, конечно же, меня не перестает удивлять то, что инструкция очень простая и короткая, и тем не менее не все ее прочитали и не выполнили. И вот теперь там за столом. Попрощалась с грин-карточкой, дали взамен вот такую желтую бумажку и все. Но пройдет совсем немножко времени, мне дадут совсем другую бумажку. Пошла искать моих друзей, мою группу поддержки, все звонят, не могут собраться. Очень много народу, но все очень организовано, четко, быстро, просто. Не перестает меня восхищать эта Америка, прям не перестает. Hey, look, 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 what I have, look what I have. A message from the president of the United States. Wanna hear what they're telling me? They're telling me, Tatiana, you're blessed! Well, they just congratulate me and this is a signature of him. Can you imagine? Just. Why are you going there? We keep places for you here. For my mom. Мамулечка, это все мои друзья здесь со мной пришли. It's for my mom, for my mom, hey, for Hello, my mom. Hey. Hello, mom. Hey.
That you will perform non-combat service in the armed services of the United States when required by the law. That you perform work of national importance under civilian direction when required by the law. And that you take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion. If this is your oath, please say, I do. I do. So help me God. So help me God. Congratulations. I made it. Все, встречайте первый день американского гражданства. Ощущение, не знаю, ничего не изменилось. Мы посмотрим, как хорошо сказала судья, которая проводила всю церемонию. Ваша мечта получить американское гражданство сбылась. Теперь время строить новые планы и достигать новые мечты. Я пока еще не знаю, какая моя, но вы обязательно вместе со мной об этом узнаете. Спасибо, что вы есть. Этот абсолютно сумасшедший и невероятно прекрасный день. Я уже успела на работе объявить о переменах, зафайлить все свои новые имена, фамилии и отчества, чем привела, конечно же, HR-менеджера в невероятный восторг. И как сказала судья, которая руководила церемонией, вы исполнили одну свою большую мечту. Время мечтать дальше. Сегодня немножко отдохну. А завтра все с новыми силами. Я хочу сказать вам всем огромное спасибо. Как и в ситуациях, когда происходит что-то неприятное, драматичное в моей жизни, как та история с этим проклятым круизом, я чувствовала вашу поддержку, я чувствовала вашу любовь, я чувствовала, что вы со мной. Так и сегодня, каждый этот момент, даже самые-самые, когда там нужно было поднять руку и что-то там обещать, я что-то пообещала. Я помнила о том, что мне нужно это все документировать, потому что я хочу поделиться этим с вами, чтобы вы тоже там побыли, чтобы тоже вы приняли в этом участие и почувствовали, как это все происходит. Я вас очень люблю, вы большая часть моей жизни. И сегодня там со мной в этом зале были не только мои близкие друзья и любимые люди, но и вся аудитория, которая смотрит мой YouTube-канал «Субъективно об Америке». Я невероятно счастливый человек, что вы у меня есть. Сегодняшняя моя радость, она не просто преувеличена, она приумножена всеми вашими пожеланиями, всеми вашими сердечками, всеми вашими лайками, которые я уже собрала большой урожай в Инстаграме и Фейсбуке, и надеюсь, что к этому видео вы тоже меня поддержите. Обнимаю вас крепко, как вы сами понимаете, далеко уходить совсем-совсем не нужно. Впереди еще очень много интересного, потому что следующие мечты, вы же понимаете, они должны быть еще больше, чем гражданство. Что ж, теперь градус-то понижать нельзя, а то головка заболит. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам большое. Я пошла спать, потому что устала, как не знаю кто. А завтра будет новый день и будет новая песня. Пока!